Встретить в эти предновогодние дни на улицах города Деда Мороза и Снегурочку несложно. Вот и наш мобильный фото- и видеорепортер стал свидетелем того, как сказочные герои поздравляли пешеходов и автомобилистов с наступающим Новым годом. Вместе с Дедом Морозом видновчан поздравляли и сотрудники ГИБДД. Они вручали всем светоотражающие элементы и призывали быть аккуратными на дорогах. Сами же новогодние персонажи стараются выделяться на улицах города не только с помощью своих костюмов, но и с помощью фликеров, которыми украсили наряды и сделали их более заметными в темное время суток. Уродилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была.